Кристан Ли, американская художница вьетнамского происхождения. Родилась в Сайгоне, Вьетнам. Приехала в Соединенные Штаты в 1975 году после Вьетнамской войны. Интерес к рисованию возник у нее еще когда она была ребенком, любившим наблюдать за своим отцом, архитектором, делавшим эскизы зданий и деревьев вокруг. В 1991 году Кристан окончила со степенью бакалавра в когнитивной науке Университета Калифорнии. Затем училась в школе искусств в Сан-Диего, однако из-за бытовых неурядиц Кристан оставила искусство и следующие 8 лет провела, работая в качестве инженера-программиста. В 1999 году решила продолжить то, что по-настоящему любила, и поступила в Академию искусств при Университете Сан-Франциско. В 2005 начала учебу с художником Джоэ Вангом. Именно здесь она развила любовь к стилю живописи русских импрессионистов, которая оказывала доминирующее влияние на ее работу. С 2006 начала преподавать в департаменте Фонда изобразительных искусств в Сан-Франциско Академии искусств и теперь делит свое время между студентами и живописью.